CoinsBit раздает халявку у нас. Он раздает по 2000 своих токенов CNB просто за регистрацию. Ну, решил я опять на него обратить ваше внимание, начал его рассматривать, обсматривать, что тут поменялось, изменилось, и хочу вам сразу же напомнить о том, что вот этот airdrop по регистрации и по получению бесплатных CNB-шек закончится через 11 дней 18 часов. То есть, в принципе, в районе 20-х чисел уже начнется продажа данных токенов. Продаваться они, торговаться будут на данной бирже на CoinsBit изначально в паре BTC-CNB, потом планируется, как я понимаю, эфир, лайткоин и также на долларах. Нам обещает биржа, что на начальном этапе данный токен будет стоить целых 10 центов за штуку. И вы можете легко посчитать, что если вы зарегистрируетесь на данной площадке, то просто за регистрацию получите 2000 этих токенов и, соответственно, можете рассчитывать примерно на $200. Ну, плюс-минус, опять же, все будет зависеть от того, будет ли этот токен стоить на старте обещанных денег, ну и, в принципе, будет ли это все работать так, как нам площадка, так как нам CoinsBit это все дело рекламирует, предлагает и обещает. Но на самом деле я все больше и больше верю в то, что это произойдет, ребят, потому что, ну, просто я сейчас зашел на CoinMarketCap, решил посмотреть, где же у нас находится CoinsBit, в каких он находится рядах, и очень сильно офигел, вот реально офигел, потому что сейчас CoinsBit у нас, ребят, находится на 4-й позиции. Внимание, на 4-й. Он обогнал даже такую супер там популярную биржу, как Binance, которая находится сейчас у нас на 16-й позиции. Обогнал, ну, достаточно много таких популярных бирж. И на 4-й, блин, позиции. Я помню просто первый видос, который я снимал по данной площадке, по CoinsBit. Когда это было, ну, наверное, с месяц назад, может быть, чуть больше, плюс-минус, он был там на 40 какой-то, а сейчас он находится на 4-й. Это по рейтингу по скорректированному объему на 4-й позиции. И по рейтингу, по объему, по отчетам он находится на 6-й. Ребят, на 6-й, опять же, обогнавши даже тот же самый Binance, который все так любят, уважают, ну и, соответственно, всегда о Binance говорят. Почему я, опять же, обращаю внимание и пытаюсь сравнивать CoinsBit с Binance? Потому что я помню тот момент, когда Binance тоже продвигал свой токен. Binance Coin, по-моему, он сейчас называется. Продвигал свой токен вот этот, тоже его бесплатно раздавал в аирдропах, тоже просто за регистрацию или за приглашение каких-то людей и нахождение на их площадке. И в конечном итоге, ребята, этот токен очень круто стрельнул. Сейчас он стоит порядка $14 за одну монету, 14 баксов. А в хорошие времена он доходил, по-моему, даже до 40 баксов за монету. И я сейчас вот просто на сегодняшний момент, посмотревши на всю эту статистику, начинаю больше склоняться к тому, что, ну, действительно, это самое может произойти и с CoinsBit. Даже если этот токен, ну, не вырастет там до этих астрономических единиц, там, да, до 35 там, или больше долларов, там, или $10, или $20 за монету. Даже если он хотя бы будет торговаться обещанные 10 центов за монету, то просто за регистрацию вы 200 баксов уже гарантированно получите и положите себе в карман. А если продолжите сюда приглашать своих друзей, то будете получать еще по 1000 за каждого вами приглашенного, по 500 за каждого им приглашенного и еще по 250 за каждого приглашенного вот этим вот, который во второй очереди был приглашенный, то есть приглашенного приглашенных. И, соответственно, сможете увеличить количество своих токенов на счету, ну, прям в разы на самом деле. Но единственный здесь есть один важный нюанс и важный момент. Вы должны здесь будете пройти верификацию личности для того, чтобы разблокировать вот эти токены у себя на счету и, соответственно, потом смогли бы вы ими воспользоваться. У меня достаточно много регистраций на данной площадке. Очень многие из вас зарегистрировались, но только единицы прошли верификацию. Многие, наверное, кто-то боится там проходить, кто-то не хочет свой паспорт там демонстрировать. Возможно, у кого-то его просто нет, потому что, ну, могут регистрироваться и несовершеннолетние, понятное дело.
Ну, опять же, ребята, если вы совершеннолетний, если у вас есть паспорт, и если вы хотите получить вот эти токены и ими воспользоваться, верификацию все же придется вам пройти. Здесь, ну, от этого никуда не деться. И бояться верификации нет никакого смысла. В любом случае, все ваши данные уже давным-давно слиты в сети. Я даже за это на вашем месте бы не переживал. Верификация на CoinsBit проходится достаточно легко и просто. Я ее прошел даже с моим национальным паспортом. Хотя некоторые биржи знают такие вот национальные паспорты, в частности национальный паспорт Украины, я имею в виду, его в принципе не принимают. А здесь его приняли, нужно будет там, по-моему, сделать селфи, в одной руке держать паспорт, а во второй руке держать там листочек, на котором будет написано, что это CoinsBit, и указана дата, когда вы, ну, в общем, когда вы проходите вот эту вот верификацию, фотографию, когда делаете, должны будете на этом листике написать дату. Вот, в принципе, ребята, все, что хотел по данной бирже сказать. Регистрируйтесь, получайте 2000 токенов за регистрацию, приглашайте своих друзей, пусть они тоже регистрируются, и ваши токены увеличиваются в разы. Не забывайте проходить верификацию. Осталось всего-навсего 11,5 дней. Я не могу быть уверен и не могу на 100% вам сказать, что вы сможете воспользоваться токенами по окончании вот этого срока, и, допустим, вы не пройдете верификацию, да, я думаю, что некоторые могут ожидать того, что, допустим, когда уже токены запустятся, пойдут на биржу, начнут торговаться, тогда вы побежите все проходить верификацию. Я очень не уверен, что это будет именно так работать. Мне кажется, что все те люди, которые не пройдут верификацию до истечения вот этого таймера, вот этого времени, у них эти токены либо будут заморожены, либо будут в конечном итоге списаны, и вы тогда их не получите, не сможете ими воспользоваться. А здесь вот на данный сегодняшний момент очень большая вероятность того, что мы действительно с вами сможем заработать вот эти вот халявные денежки, потому что, ну, CoinsBit в последнее время прям очень и очень круто стрельнул и сейчас находится на верхних, на самых верхних позициях в рейтинге среди криптобирж, которые вот занимаются торговлей криптовалютными активами, торговлей и продажей. Ну и все, ребят, на этом буду заканчивать данный видеообзор. Не забывайте подписываться на канал, если до сих пор не подписались. Вот здесь вот